Всем привет. Здороваешься? Не хочешь здороваться? Че? Что сказал? Всем привет, говорю, здрасте. Идем мы, гуляем. У нас выпал снег в очередной раз. Мы топчем. Решили выйти пройтись. Прогуляться. Так сказать. Пойдем так? Вот так. Да. Ну и все, что. В принципе, на этом я даже больше и не знаю, пора что. Заканчивать. Пора заканчивать, не успев начаться. Вот мы в парке таком. Ну как парк, не парк. Это простая приблуда. Полянка. Поляна любви. Сказок каких-то. Сказок. Да мы показывали тут уже. Сказки, да? Да. Живем как. Поляна сказок, тут поляна сказок. Да. Сегодня мы нормальные, бодрячком. Что-то навыдумывали себе там ереси какой-то. На святых людей. Да, сок. Надо было морсик там взять. Были сейчас в фикс-прайсе. Ну, я не знаю, что-то пошел и вернулся. Я хотел энергетик еще взять себе. И что-то вернулся. И, короче, это отвлекла меня. Что я хотел сказать? А, были в фикс-прайсе. Вовсю продают гирлянды, шмирлянды. Такие клёвые гирлянды купили. Покажем, потом домой придем, покажем, что. Гирляндочки. Все на батарейках. Видите? Да. Так, все нормально. Сейчас идем куда-то там. Куда-то там, короче. Куда-то в столичный. Куда-то прогуляемся. Ладно, сколько снега напорошило на нашем болотце. Ну ничего, утки улетели, нормально, да? Ну да, уток нету, но. В прошлый год, помнишь, спасите, помогите, утки замерзают. Да, утки замерзали в прошлый год. Сейчас только вороны у нас. В прошлый тут. Год, да. Уточки говорят, ой, мерзнем мы. Забивались. Не, ну, в трубы. Группе, да, в трубы забивались, мерзли. Но в этот год молодцы, сквозанули, собрались и свинтили. Где? О, сейчас рыбешку покажу, смотрите. О. Кто-то кинул кому-то. У нас тут такие не водятся, тут и максимум гальянчики. Короче, ништяк. Все уже показывал 100 раз. Но все равно обзорчик. Корт, кто не знает, хоккейный. Детсад. Моя школа, в которой я учился с 1 по 8 класс. Потом меня оттуда выгнали. И Нютка там училась с 1 по какой, не знаю. Детский садик, да. Забыл, как называется. Красивый. Барашка, вот именно что. Ладно, идемте, походим далее. Куда-нибудь нас судьбинушка да приведет. Анютка у меня пошла в магазин за постельным бельем. А я решил пройтись тут чутка. Маленечко. 3 года, бля, будет ходить там. Не умеем же мы. На улице вообще замечательно. Рай. Снежок. Все мокнет. Короче, как вы думаете, где я? Правильно. Я в центре, в парке. Вот так. Блин, шапка, почему именно вот здесь заворачивается? Что-то столько ворон летает, блин. Странно, никогда столько в городе не летало. Ворона за вороной, блин. Эх, как хорошо тут. Сейчас покажу вам наши красоты. Невидимые, неписанные.
посмотрите. Давайте. Мангал, это все. Всякая есть. Музычка потихонечку подпевает. Парк уже такой странный. Никакой. Эфелева наша, как обычно. Детский городок. Все так и осталось, как и было. На видео все одно и то же. Лавок немерено. Зеленушечка еще есть. Если что. Ляпота. Эх, я, говорит, быстро. Уже прошло полчаса. Все быстро. Даже не знаю, что рассказать, как-то стесняюсь опять, короче. Что говорить, не знаю. Просто набор бесполезных слов и все. Какое-то присутствует у меня стеснение. Если что. Покружимся. Покружимся. Нам же все равно делать нечего. Мы можем кругами ходить. Сейчас дотопчем до Галамарта. Потом домой. Возьму кока-колы. И, пожалуй, присяду сегодня. Посижу. Попжу. Зажигалку бы курить охоты, и нету зажигалки, бля. Сигареты есть, все есть. Зажигалки нет. Вот так вот. Короче, не знаю, что базарить. Все, пока деревце показать вам. Смотрите, новенькое. Ля какое, а? Ой, как цветет-то. Вот еще. Анютка у нас вон там, московская ярмарка. Там шматье постельное, всякое разное. Прикольное постельное. Если честно сказать. Хорошее. К телу ложится и летело на него. Вообще ништяк просто. Вот так вот. Этот снег, походу, тоже растает. Хотя не варик. Но завтра снег обещают. А вчера легли, снега не было. Сегодня проснулись, снег уже есть. Ну, немного. Тут недавно-то выпадало много. Ну, на Тюмень Трансгазе нормально так счищаю. Лопата счищает. Все. Такую, блядь, территорию лопатой. Не, чтоб загнали бы этот. Ну, как его. Чистильщик снежка, который просто метет. И все, так он лопаткой. Без листьев все такое серое, угрюмое, некрасивое. Летом так вообще ништяк. Все цветет, все зеленое. Даже елки какие-то не зеленые, вот когда осень, смотрится как-то не так. Тусклый зеленый свет. Ладно. Все. Топчем. Сейчас она выйдет. Вон она. Видно ее. Желтый пакет. Идем, идем. Машет мне, говорит, пошли туда. На светофор. У нас есть 40 секунд добежать до светофора. Ладно. Идемте дальше. Не унывайте. Не будьте таким скучным, как я. Ладно. Ничего с собой поделать не могу. Я, видать, не высыпаюсь, что ли, мне кажется. Ты хоть шапку нормально сделай на затылке. Смотри. Посмотри боком, повернись. А, у тебя там это? Хвост. Что, взяла? Понятно. Что, короче, что взяла, что взяла? Ну, что-то взяла, короче. Ладно. Давайте. Опять давайте. Опять прощаемся, блядь. Давайте, короче, прощаемся. Пошел в наш новый парк.
пока Анютка пошла. Сейчас возьмет пару чебуречков. Чебуреки прям выглядят так хорошо, вкусно. Возьмет пару чебуречков. Быстро по чебуречку закинем, все как мы любим. И в путь дорогу домой. И все. Вот так вот. Такие дела. Парк какой. Деревьев насадили. На следующий год все, думаю, под асфальт закопают. Сейчас просто это. Отсев щебня мелкой фракции. Такой. А потом все сделаю. Там еще на той стороне такую нормальную поляну сделали. Молодцы. Вообще просто шикарно. Красиво здесь будет. Я думал, здесь бараки стояли раньше. А где вот. Вон стоит. Я думал, что это их посносят, ну, пятиэтажек навтыкают в центр города. А нет, обустраивают нормально. Всяко разно так. Прикольно. Вон Анюта. Сейчас вам ее покажу. Вон стоит с пакетами около черной машинки. Переходит в неположенном месте. Пешеходный переход вон там за остановкой. Она вон тут. Лавочка, я думаю, сюда пойдет. Управление связи. Там мокро, что не здесь. Пошли туда, куда идет. На качельки, которые качаются. Все, идем на перекус. О, два чебурека. Хотел один, получил два. Думаю, что вкусные прям. И пироженки вон еще есть. Вы не думайте, мы все это не едим. Мы на каждой остановке просто. И все. Качаемся на качельке вон. Ест уже вовсе. Все, ладно, буду есть, главное не обляпаться. Приятного аппетита. Чё, все, поели, можно и поспать. Что, тебе понравилось? Чебуреки вообще отменные просто. Любому. Ну, приправы, да, там есть. Чутка. Ну, очень вкусные. Че, шворонем посюда, все, в сторону дома. Нам примерно идти сколько? Километров? 2,5-3. И мы дома. Газировку еще BQ попили. Ну, это как он. Баба-яга. Галамартовскую. Энергетика, Нютка взяла. Я там газировку. Нормально, так все. Под речком перекусили. Все сделали. Все. Можем идти. Сейчас турник покажу вам. Ну, как будто я не знаю. Вот, допустим, если я захочу заниматься, то дотянусь ли я или нет. Сейчас покажу. Смотрите. Какой у тебя рост? У меня 1,80 м. Ну это для кого? Для 3 метров. Это, наверное, вон оттуда сбоку. По ступенькам и на кольце. И вот сюда вот башкой прямо. Нормально. Может, это для гимнастов. Для гимнастов, но вон летают кучами, стаями. Да, так-то вообще. Ну а так шик. Ну, камнепад. Вообще ништяк, короче. Это вот медальки. Тэквондо, то все. Чемпионы 20 каких-то летних олимпийских игр. Ладно, мы пошли. Пошли вон туда, вон оттуда. Все, идем. А так, дальше. Вот бараки стояли какие. Все здесь в них было. А сейчас ляпота. Красота. Ну, у кого-то свой дом стоит. Он, наверное, нормальные деньги просит, потому что нормальный дом еще. Все равно. Так вообще ништяк. Анютка топчет. Сама по себе. В одинокую. Ну, конечно, подтягиваться, да, это. На нем висеть. Хотя я понимаю, что низко нельзя. Типа.
выкрутасы там делать какие-то, педалировать на нем, но все равно как-то неважно это было бы выглядело. Все, идемте домой. Лавка вообще креативная, со стеклами, Газпром, то все. Все, бомба. Кому надо, приезжайте на дачу. На дачу тебе не надо лавку? Нет? А, я забыл, у тебя же дачи нет. Все. Что, идем домой? Да? А здесь у нас, говорил, не говорил, юбилейный. Тут чемпионаты по мини-футболу. У нас команда, кстати, вот такая вот. Классная. Они шпулькают, играют, знаете как? И все. Мне нравится наша и Вестинара, Екатеринбург. Когда к нам приезжают, играют, вообще ништяк. А то показал вам просто край какой-то. Необъятный родин. И все. Вот у нас весь город. Опять какой-то обзор. Тухловатый. Замечательный. Просто бомба. Ну а мы, как всегда, идем и песни напеваем, да? Запивай, моя родная, запивай. Кока-колой только ты не запивай. Все, топчем. Это наш вокзал. Вон паровозик ту-ту. Лес везет. Туда вон дорога в Екатеринбург. Ну, он не с Ёбурга едет, просто перестраивался. От нас здесь местный лес наш возит там с той ветки, с той стороны, вернее, ветки. Какой вокзальчик небольшой. Он у нас вообще небольшой. Кафешечка и все. Ничего особенного, маршруточки по соседству в города, которые ездят. Такая вот байда. Все, вот мы и дома. Пришли домой. Сейчас покажем вам, что мы купили. Для начала покажем постельное белье. Я только не знаю, зачем вам показывать. Но надо так надо. Какое постельное, оцените. Хотя не вам спать. Похую. Короче, вот постельное. Сердечки задом наперед, потому что замок вверху получается. Ну, где голова. Розовая. Анютка говорит, мне не понравилось. Сначала выбирала, вроде понравилось. На картинке одно, а так другое. И вот тут. Днище нормальное. А вот верх как. Ну, на картинке оно, да, пышненькое. На картинке, вот на картинке какое. Вот, смотрите, картинка и наша картинка. Ну, в принципе. Ну, так на картинке там и белое оно. И вообще нет, просто... серое и сердечко. Серое, а у нас вообще полоса. И сердечки маленькие, тут больше, крупнее сердечки. Да. И, короче, сделали задом наперед они сделали. Потом я не знаю, чтобы, наверное, у головы была это, как она? У головы был замок, чтобы, если что, замок хуякс открыл, холодно стало, туда голову засунул, погрел, застегнулся, дальше укрылся, да? Я думаю, так. Ладно, сейчас покажем дальше, что. Все, постель застелили нашим любимым плетом. Анютиным, короче. Мой нелюбимый гомерчик. Ой. Сейчас Анютка вам покажет, как и что, и где купили. Хорошая прическа. Подстригся, кстати, за 480 рублей. Как мне идет, нет? Скажите. Идеально. Свои. Что, показываешь? Или я можешь мне кидать? Что? Подает. Тут, короче, батарейки сюда вставляются, две пальчиковые. Ну, вот такая картинка. Декоративная такая штучка. Ну, прикольная. Поставим уже батарейки.
покажу. Мы ее, да потом покажем. Давай распакуем, потом батарейки поставим, и я сниму и покажем, как все светится. И гирлянды включим, давай. Сейчас это займет кучу времени. Мы ее повешаем, у нас же кирпичная стена белая на этом. Не повешаем, поставим на полку. Ну, на полку. На какую? На что, полка там? Ну, вот это... Полка. А, ну да, у нас там полка, точно, я забыл. Я ее забыл. А кому интересно? Тут? У нас курочники, что ли? Два часа даже. У нас тут ребенок зажался. Ей надо раз это. Ей неудобно вон. Все нормально. Это на табуретнике. Какие на табуретники? А что это? Написано. Чехол на стул. Ну, какая табуретка? Ну, чехол я имел. Покажи, просто покажи картину. У нас даже таких стульев нет. Ну, такого. В кухне что? Не столько сантиметров они. Нормально. Такие конфетки фикс прайс. Вот 7 рублей. А в магазине они стоят. И вот пчелка. Что-то купила. Думаю, сейчас это похаваю. И не похавал. Такая милка. Такая плотная она. Это бабское все, я должен что ли это делать? Ты должна делать это. Сейчас будешь отпаривать и показывать. Такие эти, как полотенышки. Ну, приятные на это, на ощупь. Оно оранжевое, если что. Ну и голубое. Видали? Видал сосун? Дальше. Это не полотенчики, а тряпки. Носочки сейчас покажем. Блин, серые что ли? Не понял. А тут такое. Такие носки. Они все сетчатые. Все сетчатые. Каплоновые. И на них котики. Котики. Материал прикольный. Ну вот котиков. Короче, баб, женские носки. Девичьи, женские. Девушки. Такие два крючка. Home time. Это нам надо в ванной одну херню повешать. Гирлянды вот такие. Покажи шишки. Шишки. Ну да, мы сейчас все включим. А это если столько батарей. Молочки. Охеренные вообще. Как мне нравится. Эти, о, бля, да. Вот фиг тебе, не смотри даже. Не смотри, я тебе их не отдам. Прикольно, они в тюбиках, елочки. Там белый снег и белая гирлянда. 10 светодиодов. 10 вот этих. Я уже даже знаю, где висеть она. Не знаешь. Все. Салфетки влажные. Нужная в доме вещь. Что, больше ничего не купили? Что-то? И эти. Как оно? Подставка. Подставка. Поварешки, ложки. Еще. Еще конфеты. А я думала, это эти желе. А это карамель, что ли? Да, в натуре это карамель. Я тоже думал, что это желе, а это карамель. Они тебе не маленькие? Анюта взяла себе фирменные кроссовки. Какие фирменные? Wind Securing of VG Kids. Of Wind. Модно. На пуху. На козьем. На рыбе. На пуху. Еще и не пахнут. Фу, китайцы. Раскрой ее. Что, застряла? Манная крупа. Манная крупа. И сырок творожный. Сырок. Все. Сейчас батарейки поставим, покажем, что как светится. Да вот. Короче, это Анюта сложила. Вот так все это выглядит. Вон домик. Вот. Елочка. Типа. Я свет еще выключил. Как видно, так видно. Тут елочка, короче, вон. Снежок.
Ну и шишки. Шишки отдельно светятся. И вот эти флакончики, тюбики. Прикольные тюбички. Под анализы. Под анализы тюбички. Ну прикольный. Вон как елочки красивые в снегу. Вообще просто романтика, короче. Слушайте стук. Да, да. Как возле КГ в пятницу вечером, да? Да. Короче, вот так. Сейчас все над кроватью это навешаем, короче. И все, и ништяк будет. Все, ладно. Сейчас включимся. Короче, такие гирлянды. Еще забыли один пакет, короче, что Анюта еще купила. Себе купила она вот швабру. Вот такую. А швабра там. Швабра какая, дрябая? А, просто швабра с насадкой. Короче, швабру. Говорит, полы хочу. Насадку на другую швабру. У нее есть такая швабра. Рукодельница у меня. Как ей машинку швейную подарили, все шьет и шьет. Но теперь уж точно будет шить. Ниток набрала сегодня. Надо ко мне черные забрать. Нет. Что значит нет? Что значит? Нельзя, короче. Мои использовали это. И две зубных щетки. Электрические, что ли. Вибрируют. Тип А, батарейки, водонепроницаемый корпус. 9,5 движений в минуту. Короче, на зубы будут отлетать. Все, больше ничего не купили. Вот это забыли показать. И все, в принципе. Что там, чебуреки видели там? Все, еще я себе две кока-колы взял. И все, больше ничего не брал. Так что как-то вот так, короче, не знаю. Анюта у нас кашу манную варит. Так воняет молоком жутко вообще, аж прям невыносимо молоком воняет. Ненавижу, когда молоко топят. И вообще, когда его пьют, даже не люблю, если честно сказать. На этом все. Будем заканчивать с вами наш чудесный ролик. Чудесный ли он был, Анюта, или нет? Чудесный. Да, папенька. Смотри. Выпалю. Накажи меня. Я, короче, настраиваюсь на стрим. Сегодня пятница. Видео выйдет, не знаю когда. Но выйдет. Сейчас ты его сделаешь, пока мы собираемся. И, короче, это. Ну да, может, еще раз сделаю. Да не, не хочу сейчас заморачивать. Я хочу, там надо делать рез дня. Неохота. Короче, видео выйдет. Ну, завтра, может. Вечера. Ну это, короче, видео, это за пятницу. 22 число. Время сейчас 5:30. Сейчас все уезжают. 2021 год от Рождества Христова. Вот, точно. Вот так вот даже. Вы видели, он сидит сейчас как настоящий этот тиктокер. У него лампа с кольцом. Телефон сидит. Печальные глазки. В трусах и в кофте. И в носках. Да. Главное антураж. Да. Ну что-то я уже пожалел, что ее взял. Ну хотя окошко приоткрою, все равно мне будет жалко. Короче, все вот так вот. Да нормально, пойдем. Всем до скорых встреч. Приятно было пообщаться. Ты пока скажешь или нет? Ну, я думаю, что каша убежит. Что там, где? Пока. Можно было за кадром, как обычно. До свидания. Ахавидерчи. Ахавидерчи. Ахавугал. Охавидерчи.